Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях коллекционер масок самых разных стран мира Татьяна Болысова. Год 20-й, слово «маска», «масочный режим». Вы, наверное, аплодировали стоя, когда поняли, что теперь слово «маска» вошло не только в тренд, но и брендом стало. Вот, отталкиваясь от этого, маска, она же, маска, скажем, с точки зрения медицины, она нас защищает, mm-hmm. да, от вируса, от каких-то проблем. От чего нас защищает или от чего скрывает маска или какие-то маски, которые здесь представлены? Ну, от злых духов, конечно. Ага. Точно так же, как и медицинские маски, маски традиционные, ритуальные, они помогают нам, они нас защищают. Изначально маски надевались на лицо, конечно же, теми людьми, к примеру, в Африке, которые были к ним допущены. Это называли, они называли себя тайным союзом. И надевая маски, они перевоплощались в различных существ, в различных духов, и, совершая определенные танцы, определенные обряды, они защищали свою деревню, свою семью, тех людей, которые вокруг них, от злых колдунов, от злых шаманов, от злых каких-то дурных вещей. То есть это очень удобно. Надеваешь маску, говоришь, я теперь там условно дракон, и все, и не надо даже перевоплощаться в него. Ну, не совсем. И вот если вы обратите внимание, то вот африканские маски, вот африканская, они весьма специфичны. Это две посредине, это как вот две большие маски, да, маски. Это различных племен. А. Так вот, обратите внимание, что у них вот очень узкие глаза. У нас часто на лекциях, на экскурсиях люди спрашивают, почему такие узкие глаза. Ну, сразу кажется, что это азиатская маска. Нет, кажется, что это неудобно, как они там, собственно говоря, видели. А вот раньше прикоснуться к маске простой человек не мог, то есть он должен был пройти ряд испытаний, как я сказала, вступить в этот тайный союз масочный, условно говоря, я его так просто называю, и потом уже он мог надеть эту маску и совершить этот ритуальный танец. Но я прошу заметить, маска — это всегда только часть костюма. То есть маска, костюм, на человеке ничего человеческого, как бы это тогда так это тавтология получилась, ничего не должно быть видно. В тот момент человек перевоплощался в существо. Тут, конечно, масса вопросов. Сразу же скажу, что сегодня у нас представлены маски, скажем так, азиатского направления, да, и африканского направления. О них мы поговорим чуть позже. Они не зря здесь так стоят. Но, тем не менее, маска, она же имеет массу интересных таких вещей. Во-первых, сразу напрашивается, помимо того, что вы говорите, маска как инструмент перевоплощения, это защита, прежде всего, я хочу скрыть свое лицо. Да? Но есть же такая? А, ну да, да. И второй вариант – маска. Я хочу изменить свое лицо. Я хочу, да. Третье, там мы можем вспомнить венецианские маски, которые сейчас все туристы, зная, не зная, привозят их отсюда. Почему? Потому что маска – это театр. Да? Знаменитые две маски. И мы помним, что был период, когда только в масках выступали, тем более, что еще проблема с женщинами была, вечная проблема, они не могли участвовать. Для того, чтобы как-то заменить этот процесс, тоже маска участвовала. И к тому же у нас даже вот история кукольных театров, да, в какой-то степени тоже продолжение масок. И театры масок тоже существуют в мире. Вот говоря сегодня о тех масках, которые здесь присутствуют, это исключительно маски, ну, скажем, с каким-то таким божественным отливом. Любая африканская маска – это воплощение духа предков. У них в Африке очень силен этот культ предков. Божества есть, там бог солнца, бог луны, как обычно, да. Но, тем не менее, в момент вот этих традиционных обрядов они поклоняются и просят помощи непосредственно у своих предков. Поэтому, если вы увидите африканскую маску, я об этом часто говорю на своих лекциях, можете смело говорить, это маска предка, вы никогда не ошибетесь. Отличительными могут быть какие-то знаки. Вот, к примеру, на этой, да, такой условный крест на лбу. Это племя Чокве, Демократическая Республика Конго, он всегда существует на этих масках. То есть в зависимости от того, что изображено, какие детали, можно понять, к какому племени и к какому обряду относятся те или иные предметы. Белый цвет, я продолжу, с вашего позволения. Белый цвет в Африке ассоциируется с цветом перехода в мир потусторонний, с цветом смерти. Вот, если то есть у нас цвет смерти белый? Белый. Если у нас черный траурный, то там белый, да. То есть белые маски африканские, они в большей степени, они все-таки погребальные. Но они не погребались, а в них совершали церемонию. Церемонию погребления. Погребление, да. Ага. Ну, кстати, возвращаясь, мы так и не сказали, почему же узкие глаза? Ничего человеческого видно не должно быть, тем меньше. Даже зрачок. Дальше зрачок, да. То есть вообще ничего.
ничего. Понятно, не должно быть понятно. Видно. Хорошо. Ну, давайте, коль мы говорим сейчас об африканских масках, вот они у нас самые массивные, это же две, да, африканские маски. Вот скажите, пожалуйста, значит, это племя, по маске мы можем определить. Значит, эта маска, это вождь мог только к ней, в ней находить? Или какой-то... Члены Тайного Союза. А что такое Тайный Союз? Это те люди, которые проводили различные ритуалы и обряды. Вот есть очень интересное племя Сонги, оно также называется Сонги, и маски называются Сонги. И вот я читала, что раньше они были настолько сильными, члены Тайного Союза, это общество такое, что они могли даже свернуть вождя. Ну вот интересно, а можно провести такую параллель? Если речь идет о маске, да, как о превращении в какое-то божество, да, такие языческие какие-то вещи, и можно сделать параллели, например, с другими религиями, то есть святой лик, да, икона, конечно, это, наверное, тоже конечно. Продолжение этого истории маски. Конечно, безусловно, любая маска, любой лик – это отражение какого-то лица, да, и когда мы к чему-то обращаемся, мы хотим добиться от этого лица какой-то результат. Да, конечно, это можно соединить. А у нас вот на выставке была представлена такая работа, очень интересная, называется она «Нкисинкоди». Это скульптура африканская, которая сплошь утыкана гвоздями. И когда я стала о ней более подробно изучать эту историю, я была поражена тому, что одна из версий, почему он утыкан гвоздями. Потому что африканцы в свое время увидели изображение распятого Христа. Таким образом они интерпретировали. Свою версию. Свою версию сделали, да, то есть добавили гвоздей. Интересно. Да. Но вот по большому счету мы можем считать, что маска, ну понятно, что это культура, это искусство, потому что его выполняли, хотя с точки зрения, наверное, племени это не искусство, а это целый ритуал, символ. А можно ли это назвать частью скульптуры, потому что скульптура бывает деревянная, но в конце концов у скульптуры может быть голова, может она отсутствует и так далее. Или это все-таки маска, это что-то отдельное? Ну, я говорила, что маска – это часть костюма, то есть это все работает в комплексе. Костюм, маска, какие-то атрибуты в руках, барабаны, посохи, колотушки, бубны, то есть это все работает вкупе. Эти вещи, вот если говорить о каких-то мифических, сказочных вещах, они сами по себе, конечно, не принесут результата, безусловно, но они являлись некими катализаторами, с помощью которых люди просили у высших сил благословения. Как вы думаете, получали? У нас были случаи, я об этом всем рассказываю, буду, наверное, рассказывать еще не единожды. Ну-ка, расскажите. У нас замечательная прошла выставка пару лет назад. Называлась она «Частный музей России. Самородки России». Алексей Юрьевич Шабуров, основатель Ассоциации частных музеев России, провел у себя ее в Сокольниках. И накануне этой выставки, мы тоже были ее участниками, к нам приехали корреспонденты. И вот как раз-таки они написали и заинтересовались вот этой скульптурой, утыканной гвоздями. И я им сказала, что она исполняет желание. Так. Но они, как добросовестные журналисты, написали статью, где потом большими буквами в конце написали, если вы хотите, чтобы ваше желание исполнилось, значит, приходить на такой-то стенд. Что вы думаете? Люди шли. Люди шли, у некоторых даже были вырезки в руках. И, наверное, гвоздики оттуда вытаскивали. Не вытаскивали, мы не разрешали, мы его защищали. Но самое интересное, что пришел мужчина средних лет, лет 60, наверное, 65. Я смотрю, он около скульптуры это покрутился, ушел, возвращается через 5 минут. Глаза мне смотрит и говорит, сработало. Да. Потом рассказывает мне историю. Он, значит, со своей дамой сердца поругался. Увидела, значит, он в газете вот эту вот скульптуру. Точно решил прийти, загадать желание. Загадал, написал ей, сфоткал его, отправил ей по WhatsApp. И вот она ответила. Состоялось. Да. Фантастика. Да. Ну, давайте вернемся. У нас еще есть три маски. Мы, естественно, о них поговорим. Это азиатская история. Мне кажется, это совсем так немножко иной мир. Хотя, наверное, все равно какие-то параллели существуют. Но продолжим вот про маски, которые у нас здесь в крупном формате представлены, африканские. Все-таки, вот если эта маска племенная, она с кого-то делалась, это, или это некий идеал, к которому они стремились? Есть, да, вы правы, абсолютно. Есть канонические маски изображения женской красоты, есть канонические изображения масок мужской красоты. Но, как правило, это маски, которые олицетворяют предков, сильных, отважных мужчин, потому что в основном африканские маски исключительно мужские. Есть пару женских, но, тем не менее, их надевали мужчины, вот как вы сказали, да, в театре в том же.
Это изображение того, той силы предков, которую они хотят себе забрать. То есть это совершенство, стремление к совершенству, которое, видимо, когда-то было. Обратите внимание, что во все времена, мы же как говорим, вот раньше-то люди были. Да-да-да, вот посильнее. Вот раньше-то были времена, деревья-то были большими, да, все были крепкими и так далее. Хотя все при этом забывают, сама продолжительность жизни даже доказывает, что раз мы живем дольше, значит, мы, наверное, вроде как крепче. Ну хорошо. Культовость – это понятно. Давайте рассмотрим теперь с точки зрения искусства. Вот на сегодняшний день мы знаем, что когда приезжаем в самые разные страны мира, иногда даже человек, не зная, приобретает в одной стране маску, которая имеет отношение совсем к другой стране, потому что ему кажется, что это отсюда. И у всех, наверное, туристов, которые бывают в каких-либо странах, ну, даже в европейских, да, вот понравилась маска, они чего-то везут. Возникает вопрос. Например, есть масса таких, ну, как это сказать, символов, что что-то нельзя вешать в доме, какую-то маску, может быть, не надо вешать в доме, у кого покупать, с каким ощущением покупать, а люди как-то берут и вешают. Вот у меня висит, простите, сейчас я это договорю, как эта масочка, похожая, кстати, на вот этого нашего героя, который ближе ко мне. И что она означает и откуда она, я уже и не знаю, это от родственников осталось. Так вот, как к этому относиться? И они живые или не живые? Для меня, конечно же, они живые. И перед тем, как приобрести маску, или даже после того, как мы ее приобрели, я начинаю очень тщательное изучение. Поэтому мне тоже часто задают вопрос, у вас есть какая-то любимая маска? Я говорю, на тот момент, когда я изучаю что-то, она становится моей любимой. Безусловно, есть маски, есть предметы, которые, наверное, обыденному человеку, обычному человеку, который не занимается этим всем, наверное, не стоит вешать дома. Почему? Который... Ну, если у него есть какие-то внутренние предубеждения, они все равно то есть когда... он сам себя, он сам себя, да. Что-то меня... она на меня не так смотрит. Да, что-то вот у меня не так пошло, а что-то вот не то. Конечно, зачем себя мучить, вопрос, да, простой. Я все эти вещи люблю, я от них фанатею, поэтому те знакомые, те люди, которые у меня приобретают маски, то они тоже с большим энтузиазмом все это делают. Вот, наверное, вы изучаете весь этот процесс, и сколько на сегодняшний день существует, ну, условно говоря, действующих масок, за которыми, может быть, даже гоняются, и сколько может стоить какая-нибудь уникальная маска каких-то сумасшедших, может, ну, я сейчас веду, знаете, картина там, я не помню, сколько последняя, 80, по-моему, миллионов долларов, ну, что такие сумасшедшие цифры. Да, они немножко меняются, но есть ли такое среди масок? Есть, да. Насколько я сейчас не помню конкретно, по-моему, 16 миллионов была продана маска Кпеле, по-моему, африканская. Африканская. Из-за чего? Да. Из-за того, что она уникальная какая-то? Или по времени, или старенькая? Время, уникальность, мастер, содержание. Опять-таки, в чьих руках коллекционера, какого она побывала. То есть это так или иначе, маски – это тоже такой рынок антиквариата. И здесь, в зависимости от того, у кого они в руках побывали, цена растет. Грубо говоря, если сегодня мы выпилим какую-то маску, глядишь, ну, через 100... Ну, мне кажется, что да, легко, да? Легко. Понятно. Ну что ж, сделаем небольшую паузу и потом продолжим, узнаем еще тайну азиатских масок. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях коллекционер Татьяна Болысова. Коллекционер масок. Сегодня мы говорим о масках африканских и азиатских. В первой части поговорили о таинстве вот этих африканских больших масок, которые здесь у нас представлены. Я по-прежнему, вот у меня четкое ощущение, но это, наверное, опять, как вот мы обсуждали, зависит от человека. У меня ощущение, что они, вот что-то в них есть, живое, тем более, если с ними произошло. Вот эти маски, которые в них действительно, они в деле были. Да, Африка была в деле. А вот то, что эта вот маска исчезла, для племени это плохо? Ну, вы понимаете, они достаточно практично к этому относятся. Если маска не, или тотем не помогает, его откладывают и делают другой. А, кстати, маска может потерять, да, свои какие-то качества? Они могут от нее отказаться? Может потерять, да. Но мы семья не только коллекционеров, мы семья, которая практикует.
То есть я занимаюсь духовной практикой, искусством колосва уже на протяжении 10 лет. Ага. Поэтому я уже, наверное, ну, можно сказать, что чувствую. То есть вы можете обряд провести с этой маской? Да, да. А вы уверены, что она хорошая маска? Ну, конечно, она же моя. А плохие маски, как, что они могут? Вы знаете, есть такое понятие мена. Так. То есть вы что-то приобретаете, осознанно это делаете, да, не как там девица, купила все. Да, да, да. Так вот, вы совершаете мен, вы отдаете человеку сумму или услугу, осуществляете, на которую он согласен. Вот взамен вам отдает что-то, к примеру, маску. Все, эта маска начинает работать на вас. Это закон мена, который он был, и он всегда остается. И все эти древние племена, эти люди, они по нему до сих пор живут. Хорошо, ну давайте поговорим теперь об азиатских масках. И мне довольно интересно, вот в чем глобальное различие, потому что они явно из другой оперы. Вот, давайте поговорим об этом, потому что, насколько я так понимаю, там тоже своя история и свой культ какой-то. Да. Азиатские маски, они очень красочные, они очень экспрессивные, клыкастые, глазастые, зубастые, языкастые. То есть море всего, море красок и буйство энергии, оно в этих масках отражается. Чем ярче, тем можно быть более уверенным, что это маска азиатская. Это связано с тем, что, к примеру, там очень большое количество масок дхармапал. Дхармапалы — это защитники. Защитники, если говорить о буддийском учении. Поэтому они выглядят всегда экспрессивно. Выпученные глаза, короны из черепов, клыки. То есть эта маска показывает... Для внешнего устройства. Да, она показывает, что со мной шутки плохи, собственно, да? Если ты зло хочешь побороться, я тебе дам отпор. Поэтому это связано с экспрессией. Что еще там интересно, отличительная черта? Они все связаны с какими-то легендами, с какими-то очень красивыми сказками. Вот если в Африке все вот обряд, пошли, сделали, то в Азии это все более сказочно, более так легендаризировано. То есть второе дно, третье дно, четвертое дно, какая-то история, мифологизация и так далее и тому подобное. Но а тут клановость присутствует или здесь более-менее выстроена как-то здесь структура? Здесь все более выстроено. Сейчас, к сожалению, к моему большому, маски именно в Азии в основном используются уже больше для театральных каких-то постановок, для туристов. Нет, жилища, конечно же, они тоже вешаются. Есть потрясающая мистерия Цам, которая проходит и в Монголии, и в Бурятии. Но это тоже все более уже театрализировано. Ну, то есть, по большому счету, маска, которая имеет азиатские корни, это главная ее задача – защита. Защита, да. То есть это такой защитная одежда, защитный костюм, защитный оберег, они да, все вместе? Да, 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 они все африканские, азиатские, русские маски, они все, у них в первую очередь, конечно, функция защиты. Ну и участие в обрядах, да, потому что мы видели, вот если мы сейчас, как вы понимаете, например, корейская культура, она на таком каком-то подъеме и современная, молодежь с удовольствием слушает всевозможные группы и так далее. То есть азиатская культура набирает очки, что называется. И когда мы видим, например, какие-то крупные фестивали, Олимпийские игры, вот сейчас Японии там будет, хотя это чуть подальше уже, но тем не менее, восточная такая история. Будут наверняка какие-то сумасшедшие представления, будут драконы там какие-то и так далее. То есть это все сказочные персонажи, с помощью которых можно рассказать целую историю. А они не совсем сказочные, они мифические. То есть никто не может сказать, были ли они на самом деле или нет. Ну, наверное, даже пусть лучше не будут, потому что они такие должны быть, таинственные. Да, 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 конечно. Вот. Хорошо, вот эти маски, они сегодня, вы говорите, в основном в Азии готовятся для туристов. Или все-таки существуют еще какие-то обряды? Нет, конечно, существуют. Вот я сказала, мистерия Цам, очень потрясающий обряд, когда монахи облачаются в эти огромные маски, в эти костюмы, и церемония длится, может, по несколько дней. Ну вот балийская маска, баронга, балийская. Баронга, да. Баронга, он покровитель этого острова, она очень популярна, эта маска. Да, сейчас, к сожалению, большая часть, она все-таки, конечно, туристов рассчитана, этих постановок. Ну хорошо, а вот с точки зрения, скажем, изготовления масок, если мы берем сейчас не как для туристов, то есть каждый житель какого-то города или поселения, он делает маску какого-то одинаковую или может каждый для себя какую-то свою сделать? Есть какие-то канонические символы, к примеру, третий глаз. Так.
обязательно, да, для масок мифических существ. Как я сказала, выпученные глаза в случае, если это дхармапалы. Если это и дама, просветленное существо, то вот, конечно же, третий глаз. Какие-то канонические изображения всегда будут. Вот, к примеру, есть у нас интересная маска, маска Гаруды. А. Это мифическая птица. Она всегда изображается пожирающим змей, потому что существует легенда, по которой она, родившись там у одной женщины, стала пожирать змей и так далее, и так далее. А человек, который надевает маску, неважно, он в каком-то племени существует или он актер, вот он с этой маской сживается, есть какие-то ощущения психологические, что вот он превращается в дракона, помогает ему маска? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да, безусловно, помогает. На эту тему, мне кажется, даже был современный фильм снят, да, «Маска». Мы все ее помним. Нас тоже часто гости спрашивают, а у вас есть маска с фильма «Маска»? Нет, но мне кажется, уже надо ее завести. Надо завести, придумать. Да, да, придумать. И рассказать историю какую-то. Да, и вы же помните, что там, вот если злой человек одел, да, усилились его злые качества. Человек добрый, усилились его добрые качества. И здесь вот поэтому я говорю, что маски — это катализатор сил. Хорошо, но мы можем еще рассмотреть логику, да, маски как таковой. Представим себе какое-то племя, и есть же еще такое понятие красота лица, изъяны лица. Были ли какие-то маски, с помощью которых, например, в каком-то племени женщины должны были спрятать свое лицо, да, но по аналогии с вот мусульманской религией, которая, как мы помним, чуть позже пришла. Были ли маски, которые надевались в наказание чего-то? Вот такая история вам известна? В Африке нет, мне такую историю неизвестно, но в Африке есть очень интересная маска, как раз-таки она сейчас очень актуальна, маска так называемого исцеления. Она специфична даже для африканских племен, у нее искривленный нос, искривленные губы, глаза на разных местах, и эта маска связана с тем, что с помощью нее вы можете исцелиться от любой болезни. Рассуждение такое было раньше. Вот если вы, к примеру, заболели, то вам говорят, то вы там рассердили духов предков, идите отсюда, значит, не мешайте нам, иначе и на нас беда нападет. Но ему предлагали, этому человеку, этому несчастному, провести обряд этот масочный. Так. Шаман, ну, так скажем, словно шаман, облачался в эту маску, проводил обряд, и говорят, что действительно были исцеления. На следующий же день. И то есть, грубо говоря, человек мог остаться в племени, но должен был носить эту маску, пока он не вылез. Нет, шаман проводил в этой маске церемонию, именно конкретно в этой маске, потом отдавал ему, он с этой маской просто какое-то время находился, он ее не надевал. Еще такой вопрос, он опосредованный, скажем, от всего того, что у нас на столе представлено. Мы знаем, что очень популярны, ну, не знаю, как сейчас, но раньше, да, в начале века прошлого, так называемые посмертные маски, с помощью которых потом работают и скульпторы, и, собственно говоря, пытаются что-то изучить про конкретного человека. Да, мы знаем посмертную маску и Ленина, и Есенина, и Высоцкого, и огромного количества людей. Вот это стремление снять некий слепок, и я к чему веду? Насколько маска, которая снимается с настоящего человека, отличается от маски, которая делается вот в качестве какого-то символа? Интересный вопрос. Мне кажется, что маска посмертная – это такое желание оставить какой-то кусочек этого человека, да, себе. А маска ритуальная – это желание выразить себя. Тут немножко, мне кажется, разные такие вещи. То есть сделать какой-то такой реализация, да, такой своей творческой энергии, наверное, вот. Давайте еще поговорим. Маска и одежда. Да. Вот вы говорите, что это неотделимая часть. То есть не только маску надевали, но еще какие-то одежды. Это тоже целый ритуал был, да, необходимый. Вот как это проходило, вот если говорить о масках африканских и о масках азиатских? Потому что, опять же, мы понимаем, что азиатские – это что-то очень яркое, желтое, зеленое, потому что если кто-то был, ну, не знаю, там, например, в Бурятии, там заходишь, загадываешь какое-то желание, и на выходе тебе дают либо деньги, либо еду, ну, в зависимости от цвета, значит, шарфика. Вот у меня висит желтый. Насколько я помню, это деньги. Но пока как-то он вот висит и висит. И висит, да. Но мы ждем. Мы ждем. Правильно. Да. Вот одежда, еще какие-то другие символы, которые помогают маске выразить всю ее... Атрибуты в руках. Так. Могут быть барабаны, могут быть какие-то бубны, различные музыкальные инструменты, посохи. То есть атрибутика, она в зависимости от обряда, она подбиралась, конечно.
вся атрибутика. Ну вот сейчас мы тоже можем сказать, например, взять какие-то там байкерские клубы, да, у них тоже определенная атрибутика, и по этой атрибутике можно понять, вот, какому он клубу принадлежит, также и здесь. То есть люди понимали, какому тайному союзу принадлежит человек, когда он надевал маску, когда он брал с собой какие-то атрибуты. Ну и мы не можем не спросить про поводу маскарадов, собственно, самым словом маскарад, это от слова маска произносит. Это желание все-таки человека спрятаться за маской не с помощью, да, вот, обожествления какого-то или обращения к каким-то высшим силам, а действительно не просто спрятаться, а еще так спрятаться, чтобы ну, можно было немножко флиртовать. Пошалить. Попытаться «маска, я тебя знаю», эти знаменитые все вещи. Почему человечество стремится с помощью маски все-таки вот так вот играть с этой жизнью? Почему оно иногда отказывается от своего собственного лица? Кажется, это страхи. Все-таки это человеческие страхи. Может быть, мы боимся показать себя кем-то другим, да, с помощью маски мы лицо закрываем, и мы уже переплощаемся в другого человека, который может быть более бесстрашен. И, наверное, все-таки это связано с этим. То есть мы за что-то прячемся? За что-то мы прячемся. Опять же, маска выполняет внешнюю нагрузку. Тут вопрос, прячемся ли мы за маской или за своим лицом. Хорошо, еще такой вопрос. Вот вы говорите маски, даже вот если присмотреться, все-таки вот особенно маска, да, которая, ну, траурная, мы можем ее назвать, да, вот она явно не очень похожа на человека. Почему все-таки тогда не делали масок? Понимаете, насколько было бы здорово, если бы маску, вот ту же самую посмертную, да, или, может быть, живой человек, да, был бы какой-то обряд, чтобы мы прямо увидели, как выглядели люди того времени. Почему они не делали маски вот один в один? Ведь это можно было при хорошем мастерстве сделать. Во-первых, это связано с тем, что все-таки человек, когда надевает маску, он же не становится человеком, он становится кем-то другим, духом предка. Или, к примеру, как взять в Азии, там, наполовину человеком, наполовину животным. Поэтому, конечно же, они наблюдали за природой и брали какие-то вехи оттуда, какие-то черты животного, что-то связанное с растениями, потому что они хотели вобрать в себя эту силу. Стать сильнее, улучшить себя. По-нашему говоря, экологичность, наверное, экологичность выше, да, дальше больше. Мне кажется, мы не так сильно отличаемся от людей древности в этом плане. Мы все хотим быть лучше. Тебе еще такой вопрос, может быть, неожиданный для вас, тем не менее. Мы помним, да, знаменитые произведения а-ля «Человек в железной маске» и некое желание преступника скрыться какой-то маской. Оно непонятно, да, до сих пор эта история, кто это был, король, не король и так далее и тому подобное. Но действительно, если мы поднимем с вами пыточные инструменты, то огромное количество масок, я сам их видел, есть у нас всякие подобные музеи пыток и, ну, что-то подобного. И они привлекают внимание, потому что это действительно, ну, если можно так выразиться, целая была индустрия. Вот почему даже с помощью маски преступников, вот зачем им маску надевали? Чтобы убить в них что-то человеческое? Наверное, да. Наверное, вы правы, чтобы убить в них что-то человеческое, и чтобы они не смогли, наверное, показать своих эмоций, выразить себя как-то. Ведь так или иначе, этот преступник, он жаждал, да, вот если даже по этому фильму судить, какого-то признания, он жаждал себя показать, и это, наверное, было для него большим испытанием. А так мы его сковали, в прямом смысле этого слова. Сковали, да, и не дали ему насладиться, так скажем. То есть это тот случай, когда маска убивает, что называется, в тебе все человеческое. Ну и чтобы завершить на радостной ноте, мы посмотрели азиатские маски, маски африканские, но мы знаем, что есть еще такие знаменитые, ну, театральные, венецианская маска, то, о чем я уже касался, это маска радости, таких масок много. И сегодня есть знаменитые маски, которые, да, мы видим на всевозможных аватарках, мемах и так далее. Почему же все-таки человечество, отталкиваясь от ритуальных масок, по-прежнему придумывает все новые и новые маски, маски радости, маски грусти, театральные. И даже сейчас, когда пандемия началась, вот эти вот маски тоже разрисовывали. Песики, котики, тигрики, кто угодно. Ну, такое некое выражение себя, мне кажется, выражение собственной творческой натуры. Не все могут выразиться, да, кто-то там усердно трудится, ему не позволяет время, а тут вот маска с котиком, она уже как-то радует людей. То
То есть маска немножко делает нас другими. Другими, обязательно. Кому-то добавляет что-то, а в случае вот плохой железной маски что-то убавляет. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Мы узнали с вами историю реальных масок. По возрасту какие тут вот маски представлены? Ну, Азия, она современная, Африка, она 19 века. Да. Вот это. И вот мы еще под про центральную фигурку не сказали. Это кто у нас? Это Бодхисаттва Тара. В буддизме существует очень большое количество различных существ. Вот я сказала, Дхармапалы, дамы, существуют бодхисаттвы. Бодхисаттвы – это просветленные личности, но которые сострадание к нам, они спустились на землю, и они среди нас. Бодхисаттва Тара – одна из самых любимых, потому что она связана со страданием, с любовью. И вот есть такое красивое поверье, я его детям рассказываю, они очень нравятся им. Когда мы за вами закрываем глаза, она пролетает вокруг земли, Тара исполняет наши желания. И тут же, конечно, все дети начинают моргать, но что мы делаем? Такой простой вопрос я задаю, когда мы загадываем желание. Ну, автоматически. Закрываем глаза. Да. То есть, если я сейчас закрою глаза, я могу что-то загадать? Ну, да. На секунду. Попробуйте, да. Так, все, я загадал. Спасибо вам большое. Татьяна Болысова, коллекционер, специалист по маскам. Маски настоящие, современные и с историей, что называется. Мы говорили сегодня об азиатских и об африканских масках. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Счастливо.